Всем привет! Сегодня мы с вами будем креативить, потому что, как видите, на мне более яркий макияж глаз. Я достаточно редко в последнее время вам что-то такое показываю, но мое внимание недавно привлекли некоторые новинки из бюджетной категории. Я много чего набрала, и сегодня я буду все это демонстрировать вам в макияже. Если вы соскучились по более ярким, броским и цветным образом, то сегодняшнее видео как раз для вас. Тем более сейчас разгар лета, когда еще делать такие макияжи, если не сейчас. Насколько вы видели, на глазах у меня было совсем чуть-чуть немножко больше креатива, чем обычно. А все потому, что у меня появилась новая креативная палетка. Это палетка от Makeup Revolution, и она так, собственно, и называется. Creative и часть первая. То есть вполне возможно, что будет еще часть вторая, третья, 23 и так далее. Посмотрите вообще, насколько красивая упаковка у этой палетки. Наверное, упаковка меня больше всего и зацепила. Смотря только на одну упаковку, уже, в принципе, хочется креативить, что-то такое придумать, как раз-таки в этих оттенках. И, конечно, палетка далеко не повседневная для большинства из вас, но так как сейчас лето, и так как, в принципе, я редко делаю такие макияжи, мне захотелось с помощью этой палетки бросить себе вызов, сделать что-то более яркое, что-то более насыщенное, что-то более креативное. И этим, собственно, мы с вами сейчас и будем заниматься. Но, кстати, я хочу сразу сказать, что с помощью этой палетки далеко не только супер яркие макияжи получаются, потому что если вот так вот на нее в целом посмотреть, кажется, ой-ой-ой-ой-ой, тут перебор с красками, очень много всяких таких ярких оттенков. Но на самом деле, если вот прям разобраться, здесь ярких оттенков не так-то и много. Здесь очень большое количество тоже нейтральных оттенков, с помощью которых можно сделать какой-то чуть-чуть более яркий макияж типа рыжо-оранжевого, можно сделать совершенно нейтральный повседневный макияж. То есть она очень универсальная, и она идеально подходит как раз-таки для тех, кто, знаете, любит на каждый день что-то такое совсем скучненькое, но иногда по выходным или в пятницу вечером может забабахать себе синий смоки ай. Я, кстати, с помощью этой палетки уже делала нейтральный макияж, а вы его можете найти у меня в IGTV. Мне этот макияж безумно понравился, особенно я его там сочетала с такими крутыми насыщенными красными губами. Последние несколько слов хочу сказать о качестве теней. Вы знаете, для меня это качество вполне обычное для Makeup Revolution. Это очень хорошие насыщенные металлики, классные матовые оттенки в нейтральной гамме. Но что касается более креативных, кстати, для меня это сегодня, возможно, будет небольшой проблемой. Я имею в виду какие-то синие, фиолетовые, розовые и так далее. Они могут немножко плешивить и ложиться неравномерно, поэтому с ними немножко больше нужно будет поиграться. Для некоторых оттенков, или скорее вариаций оттенков, лучше использовать какие-то базы, я имею в виду цветные базы, там, например, какой-то карандаш сначала нанести, там, темно-синий, растушевать его, а сверху уже положить вот эти тени. Сегодня я просто вот так частиком буду их наносить, для того, чтобы вы посмотрели, как они себя ведут и насколько вас это качество устраивает. Ну что ж, давайте приступать. Первым я, конечно же, не буду брать самый яркий или самый темный оттенок, мне нужно сначала начать с ярких оттенков, но таких транзитных. Поэтому первый оттенок, который я возьму, это будет такой нежно-персиковый оттенок, который называется Dexterous. И с помощью этого оттенка я начну оформлять складку. Углублять я сейчас буду оттенком Terrority. И обратите внимание, что я не боюсь поднимать тушевку, то есть эти оттенки у меня прям до самой брови растушеваны. Потом в самом конце, когда я буду наносить хайлайтер под бровь, то немножко вот этот цвет уйдет и будет как раз то, что нам нужно. Поэтому не старайтесь вот так вот совсем вот низко растушевывать миллион оттенков, все равно у вас этого не получится. Вы просто сделаете грязь из-за того, что будете много оттенков наслаивать. И сейчас я возьму оттенок Color. Как я и говорила, некоторые оттенки в палетке плешивые, и вот как раз вот этот один из них, потому что он не дает настолько красивую ровную растушевку. Я вот некоторые пятна вижу, через которые больше просвечивается моя кожа. Тем не менее, мы с вами идем дальше, и я буду брать оттенок Individual. И вот обратите внимание, что сначала я просто пытаюсь похлопывать
кистью для того, чтобы максимально пигмент сцепился с кожей, а потом буду брать растушевочную кисть и уже растушевывать края. Я буду продолжать затемнять внешний уголок оттенком Magic Trick. Как видите, у меня капец как все осыпается под глаза, но именно поэтому мы всегда с вами делаем сначала глаза, а потом тон, потому что легко очень очистить это. Следующим оттенком я буду брать Formative. Во внутренний уголок и на подвижное веко я начну наносить оттенок Creative. Следом этот оттенок будет уходить вот в этот оранжевый, который называется Visionary. Практически во внешний уголок пойдет оттенок Inspired. И между оранжевым металликом и вот этим вот ярко-голубым пойдет оттенок Possession. Мне сейчас хочется вернуть в тушевку вот эти вот фиолетово-синие оттенки, что я и буду делать с помощью растушевочной кисти. В качестве подводки, мне кажется, сюда просто идеально вписывается новая подводка от Faberlic из линейки Sport & Pляж. И у меня это металлический голубой оттенок. А на нижнее веко я сейчас нанесу оттенок Inspired. Так, идем дальше. На мне магическим образом появились не только ресницы, но и тон, потому что новой тональной основы сегодня не будет. Пора наносить бронзер, и сегодня я буду использовать новинку от Make Up Revolution. Этот бронзер называется Mega Bronzer, и у меня оттенок 01 Cool. Очень многие мне советовали этот бронзер как аналог моего любимого бронзера от Revolution из палетки Renaissance Glow. И, в принципе, когда я смотрела в интернете на этот оттенок, мне он показался гораздо более холодным и более напоминающим Renaissance Glow. Но что мы получили в итоге? В итоге это, я бы не сказала, что холодный бронзер, но это просто потрясающий бронзер, который имитирует загар. И, кстати, в прошлом своем видео о бюджетных новинках я там наносила бронзер и говорила, пока я вам не скажу, что это за бронзер, в общем-то, это был вот этот вот бронзер. В сочетании с загаром этот бронзер особенно круто начинает смотреться. А что касается бледного лица, ну, он тоже смотрится прикольно. Вот сейчас вот у меня, в принципе, достаточно бледное лицо, и тональную основу я подобрала сегодня именно, ой, немножко перебор. Но, тем не менее, вы сейчас увидите, что этот бронзер легко растушевывается и таких пятен не оставляет. В общем-то, оттенок действительно такой вот загорелый. И после того, как наносишь этот бронзер, после того, как его растушевываешь уже полностью, лицо выглядит реально сильно загорелым. Этот бронзер однозначно не для тех, кто любит слегка так подчеркнуть скулы или добавить теплого оттенка общему тону кожи. Это тот бронзер, который будет имитировать загар и будет имитировать эффект, как будто вы только что с отпуска приехали. Все, что мне осталось сделать, это только накрасить губы, и я буду использовать универсально нюдовый оттенок, который подходит абсолютно всем, ну, по крайней мере, так утверждает Maybelline. И я сейчас имею в виду их новую помаду, вернее, там целая линейка помад, я взяла себе две, одну красную классическую и вторую, как мне показалось, пыльную розу. Это оттенок 373 Mauve for Me. И вы знаете, эта помада слегка меня удивила своим оттенком, потому что она не так пыльная роза, как коричневая пыльная роза. Как на мой вкус, то здесь немножко перебор с коричневым, и вот мне кажется, по иронии судьбы, что конкретно этот оттенок мне не очень идет. Но что касается красной помады, это, кстати, оттенок 382 Red For Me. Она тоже, кстати, в матовой формуле, потому что вот эта коричневая, будем ее называть, это классическая такая кремовая формула. Но вот эта красная, я эту помаду использовала в макияже для IGTV, я уже ранее об этом вам рассказывала. Обязательно посмотрите, она потрясающе просто выглядит на губах. Очень приятно ложится, плотный насыщенный цвет.
держится не так, как жидкая матовая помада, но в то же время вполне, в принципе, прилично она держится на губах. Действительно красиво выглядит, броско, сексуально, насыщенно. Ну, в общем-то, одна только похвала у меня конкретно этому оттенку. И последнее, что я вам сейчас покажу, это слегка такое баловство, но, тем не менее, сейчас лето, и это наиболее актуально. Короче говоря, я заказала Body Glow. Это сияющий спрей для лица и тела от Revolution, который называется Glow Revolution. Это золотистый оттенок. Немножко он дуохромит оливковым. Короче говоря, именно для загара, опять-таки, будет просто фантастически. Для лица, честно говоря, я бы это не использовала, потому что в спрее есть отдельные такие блестки, которые можно различить после того, как спрей засыхает. Ну, вернее, не засыхает, когда выветривается основной состав и остается только вот это сияние, то отдельные блестки можно рассмотреть. Но если вы планируете идти, к примеру, на какую-то пляжную вечеринку, и вам надо слегка как-то поработать над своим телом для того, чтобы оно выглядело более привлекательным, такие вот штуки, это сейчас самый писк моды, и абсолютно все бренды вот что-то такое выпускают. На мне сейчас достаточно закрытая блузка, но я вам все равно постараюсь показать на моем бледном плечике. Как видите, это такая больше как жидкость, которую ты потом втираешь, и нужно подождать, пока это все выветрится. Ну и, собственно, вот, после нанесения ты начинаешь гораздо больше сиять, и сейчас, конечно, моя бледная, блестящая рука выглядит очень смешно на фоне такого загорелого лица, но это, кстати, вот эффект, который делает вот этот бронзер. Если хотите вот так вот преобразиться и выглядеть действительно загорелой, то... А на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас вам предлагает другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, то можете сейчас посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.